Пока мы ищем хозяев этого прекрасного, красивого кобелька, он находится в вольере, где раньше проживал наш любимый верный. И женщина, которая обратилась к нам вчера с просьбой о том, чтобы приютить пока на время поисков хозяина, была права. Сегодня целый день идет стеной дождь. Вот куда ему было бы ползти с отказанными задними лапками? А сейчас он немножечко освоился, ведет себя очень хорошо. Более того, пытается со мной заигрывать. Ну, это уж я так сказала. Но обниматься лезет, это точно. Такой умничка, такой красавчик. Надеемся, что действительно объявятся ответственные хозяева. Ну, а мы сейчас ведем с ним душещипательную беседу и даем ему свое внимание.